Всем привет от компании MCL. С вами Татьяна. И сегодня речь пойдет о законе об оценке воздействия на окружение, который вступает в силу с 18 декабря 2017 года. Данный закон имеет некоторые требования и критерии касательно экологической безопасности окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, а также минимизации вредного воздействия на окружение от плановой деятельности, в процессе принятия решений о плановой деятельности. Результатом проведения данной оценки является подготовка заключения об оценке воздействия на окружение. Важность проведения такой оценки заключается в том, что еще на стадии проекта можно просчитать некоторые негативные последствия от плановой деятельности, возможные риски для окружения и окружающей среды, внести некоторые изменения в проект, либо же разработать альтернативные варианты осуществления плановой деятельности с учетом всех требований природоохранного законодательства. Для проведения оценки воздействия на окружение предпринимателю необходимо предоставить уведомление о плановой деятельности в территориальный орган, который сможет рассмотреть все ваши намерения и информацию о плановой деятельности, разработать некоторые предложения либо же замечания. Далее вы разрабатываете отчет о оценке воздействия на окружение плановой деятельности с учетом заключений либо предложений от территориального органа и предложений от общественности в случае проведения общественных слушаний. Специалисты нашей компании с радостью проконсультируют вас касательно нового закона, о всех нововведениях и помогут разработать вам отчет о оценке воздействия на окружение, а также окажут вам поддержку и полное сопровождение в получении заключения об оценке воздействия на окружение во всех государственных учреждениях. Спасибо.